А это что, блядь? Это кассета угля и крепкий хулиган. Я, конечно, уже как бы выпуск записал, но я забыл рассказать о том, что мы это все разыгрываем на МВЧ. И поэтому сейчас ты это смотришь, хотя обзор давно уже снят, и нужно как-то это дополнить. Поэтому переходи по ссылочке в описании на мой канал, жми кнопочку «Участвовать» и забирай 3 вкуса хулигана больших. И кассету угля. Все условия под видео. Разбирать последние новиночки. Последние, так сказать, новиночки, которые я никак не показывал. Ничего о них не говорил, потому что я готовил просто мощный этап перезагрузки. Я подготавливал себя, я все это настраивал. И понял, пора разъебывать. Не в плане разъебывать, что я буду всех засирать, там, прочее, но нет, обзоров будет очень много, поэтому давай, врубай колокольчик, потому что, думаю, будет интересно. И начнем мы с чего? Что у нас за последнее время очень сильно начало выплывать из каждых щелей, из каждого телеграм-канала, любой инфоповод, это, конечно же, Саша Гупала, ака Саня Нуахули, и его бренд «Хулиган». Что хочу сказать. Это пачка от Танжа, но за счет графики Александра Нуахули выглядит это пизже. Так пизже, что компания «Танжирс» решила все-таки перепаковываться в коробки, потому что поняли, что конкуренцию с крепким «Хулиганом» не выдержат. Но это еще не все. Почему никто из производителей не додумался ебануть вот такую вот кассету угля? И давайте мы поговорим, что же не так? Что не так с крепким хулиганом? И я вам сейчас все конкретно по полочкам расскажу. Люди приходят, покупают крепкий хулиган, забивают и такие: что за хуйня? Все очень просто. К сожалению, на этой пачке не хватает такой вот маленькой пометочки со звездочкой. Крепкий хулиган 1, звездочка 1 среди всех линеек хулигана. Это не значит, что, блядь, чё я ебаный в рот постоянно беру Соника в руки, потому что Соник пиздатый. Давайте возьмем огурец. И это крепкий хулиган относительно обычного хулигана. Поэтому здесь получился этот каламбур. И если ты идешь покупать крепкий хулиган, думаешь, что он тебя разъебашит, думаешь, что он тебя осадит, и ты выплюнешь легкие, потому что ты так давно, мать твою, не курил что-то крепкое, то нет, братан, я тебя расстрою. Это не так. Крепкий хулиган относительно крепкий другого хулигана. Здесь все очень просто и ничего придумывать не надо. Но, к сожалению, это сыграло плохую шутку. Потому что каждый раз, когда я с кем-то встречаюсь, мне говорят: ебать, ты куришь Соника, ты покупаешь Соника. Я говорю: да, мне не высылают, я, блядь, покупаю. Почему не крепко? И мне каждый раз приходится людям объяснять о том, что не крепко, потому что это крепкость среди всех линеек хулиган, а их, собственно, 2. И те, кто прекрасно знают Сашу, прекрасно смотрят его обзоры, знают, что Саша Нуахули прям с тяжестью курит что-то крепче, чем крепкий хулиган. Соответственно, крепкий хулиган, он крепкий для Саши, а значит, крепкий среди линеек хулигана. Такой вот у нас каламбурчик, который я уже повторяю второй раз, но я думаю, повторение, мать твою, сука, учение. И здесь никак без этого не обойтись. Поговорим вводненько про уголь. Все мы знаем, что в последнее время Саша Нуахули, бренд «Хулиган», а «Хулиган Табака», «Хулиган Хука» плотно сотрудничают с двумя людьми. Первое – это Big Max, производитель чашек, колб, кальянов, углей.
Второй – это Макс 13, у которого есть свой бар в Москве, 13, который там Краун, который Кроун, который каллиграфист, который Fuck You, который пошел нахуй, который черепки и прочее, прочее, прочее. И вот это все и рождает бренд хулигана. Но это, сука, гениально, блядь. Что касается угля, я здесь не буду сильно распальцовываться и говорить, блядь, я прокурил уголь, пепла достаточно, дыма охуенно от него, жара нормально, не воняет. Почему? Потому что это Биг Макс. Это Биг Макс, который перепаковали в коробке, который придумал Саша Ноахули, а коллаба «Здравствуй». Все очень просто. Что такое уголь Биг Макс? Ну, мы все и так прекрасно все понимаем, что, куда, зачем и для чего. Хороший, качественный уголь, который прикольно юзать дома, который прикольно юзать, собственно, в хорике. И теперь еще и дома, потому что есть возможность купить 18 штук. Возможность купить кассету. Правда, тебе для этого нужен будет видик. Хорошие видики я, наверное, посоветую от компании «Вулкан». Такая вот нативная неоплаченная интеграция. И вот, возвращаемся к истоку. Что из себя представляет хулиган? Во-первых, по моим таким, знаете, ощущениям, хулиган, который не супер крепкий, который просто хулиган, обычный хулиган, дворовой хулиган, я его, в принципе, даже и не курил на самом деле. Мне приходили вкусы, я их прокуривал, делал рецензию в МВЧ, и на этом заканчивалось мое знакомство с брендом. Так, в принципе, и с многими брендами. Когда я приехал в Краснодар, и мне забили Соника, забыл вынести пометочку. Соник, фруктовые кукурузные колечки. Я покурил, я такой, охуенно. Пиздато. Белиссимо, блядь. Что за охуевшись? Там наверху знают, что ты это сделал? Получилось шикарно. По вкусу, это конкретно за Соника. По многогранности вкуса, по кондитерке шикарно. По крепости для меня супер идеально, чтобы просто покурить и немного насытиться. Скорее всего, этим меня и зацепил хулиган. Тем, что можно спокойно, не торопясь, не продувая миллионы раз, покурить. Что еще нужно? Да ничего. Вот тебе идеальная, сука, схема. Нехуй надрывать жопы. Зачем? Если можно сделать просто и гениально. Ты куришь, вкусы нравятся. Так вот, это у нас первый дроп крепкого хулигана и состоял из трех вкусов. Это Соник, про который я только что тебе рассказал. Это Сила. Виноградный огурец. Виноградный огурец. То есть, блядь, вы видели хоть раз виноградный огурец? Либо огурцовый виноград? Нет. Здесь очень просто. Это у нас виноград плюс огурец. Я его мельком заценил. Так, чуть-чуть попробовал. Почему? Потому что у меня жесткое табу на виноград. И этот вкус я не покурю ни в одном производителе, ни любой крепости, ни в чем абсолютно. Просто виноград пошел нахуй. Где бы он ни был, с каким бы он миксом ни был, виноград идет нахуй. Ты же можешь сейчас ёбнуть в комменты свой вкус табу, который ты вообще не воспринимаешь. Про него я так образно покурил, где-то понюхал, где-то послушал и понял, что вкус, ну, для меня среднячок. И третий вкус дропа, оранжевая вита, это клементин. А для русских, для стран СНГ, это нихуя не клементин, это обычный мандарин. В принципе, я тоже могу сделать, что на мандарин у меня табу. Спасибо компании Darkside, а именно Digastra, то, что когда-то ебанули вкус мандарина. И это вкус, как запах, когда ты идешь сзади бомжа, который как 3 дня обосрался, высохшее говно попадает тебе в нос, ты это слышишь, то это мандарина Digastra.
Здесь же мандарин. Или, наверное, скорее всего, мандарин — это у дегастра. У крепкого хулигана это клементин. Это Вита. И она оказалась довольно-таки охуенной. Хорошей. Конечно же, сейчас основные вкусы, топовые вкусы будут потихонечку перемещать в крепкий хулиган. И уже будет интересно покурить. Почему? Потому что сырье кардинально отличается, восприятие кардинально отличается. Поэтому сырье с теми же самыми аромами играет большую роль. И здесь то же самое. Что я хочу вам сказать? Крепкий хулиган — это крепкий хулиган для Саши Ноахули, ака Александра Гупова. Для вас это может быть не крепко, но аромочка раскрывается абсолютно по-другому. И вот тут я порекомендую это заценить. Конечно же, без минусов не обошлось. А именно минусы, что в каких-то моментах как-то не так, короче, за ним сложненько следить. Очень сложно с прогревом, очень сложно с удержанием температуры. Но если постараться и не забить огромный болт на чашку, то можно вытащить хороший, шикарнейший, крепкий хулиган. Покурить его с удовольствием и сказать, что заебись. И что я хочу вам сказать. Давайте повторим еще информацию о том, что на канале МВЧ я буду разыгрывать 3 крепких больших хулигана и кассету угля. Все, что нужно, поставить лайк этому видео, ебануть комментарий на тему табу вкусы и перейти в МВЧ, подписаться, ссылочка на него есть в описании, и не парьтесь, я уже об этом позаботился, ничего вам искать не надо. И просто нажать кнопку «Участвую». Аллилуйя, все очень просто. Ну а я пошел дальше себя настраивать на очень большое количество обзоров, потому что для меня это теперь важно, я хочу заново возродиться, я хочу переродиться, и это у нас перезагрузка. Давай, всем пока-пока.